Петербург, 27 мая, РИА Новости. Парусный корабль, который планируется построить для практики курсантов военно-морских училищ, сможет выходить в океан, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев после церемонии спуска на воду точной копии корабля «Полтава». Ранее о том, что строительство парусника для военно-морского флота страны предусмотрено кораблестроительной программой до 2050 года, заявлял заместитель начальника военного учебно-научного центра ВУНЦ, ВМФ России Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова контр-адмирал Александр Карпов. Заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук уточнял, что корабль построят после 2030 года. Это будет парусный корабль, способный выходить не только в морскую, но и в океанскую зону. Он предназначен прежде всего для практики курсантов военно-морских образовательных учреждений, сказал он.